Восток еще ближе. Владимир Путин в Кремле принял преемника наследного принца Саудовской Аравии, министра обороны Мухаммеда бен Салмана Аль-Сауда. Одной из центральных тем встречи стала ситуация в Сирии. Но в первую очередь Владимир Путин отметил рост торгово-экономических связей Москвы и Эр-Рияда. Во время последней встречи на саммите Большой Двадцатки в Китае президент России и аравийский принц договорились о сотрудничестве двух стран по вопросу устранения на мировом рынке избытка нефти. Я хочу в начале нашей встречи отметить, что отношения между нашими странами развиваются весьма успешно. Наши согласованные действия позволяют стабилизировать ситуацию на мировых рынках углеводородов. Самое главное, что нам удается выстраивать прочный фундамент в том, что касается нефтяного рынка и цен на энергоносители. Это предоставляет нам хорошие возможности для дальнейшего построения стратегического будущего. Мухаммед бен Салман Аль-Сауд, сын короля Саудовской Аравии. Сейчас он не только заместитель премьер-министра страны, но и министр обороны. Ну, к слову, самый молодой глава военного министерства в мире. Многие предрекают, что в будущем именно он займет королевский трон. Статус королевского сына, к которому прислушивается монарх, значительно укрепляет его влияние не только в стране, но и на международной арене. Только за последний год принц встречался с Бараком Обамой и Франсуа Олландом, и неделю назад Саудовскую Аравию посетил Дональд Трамп. Но вот сейчас Мухаммед бен Салман контролирует не только армию, но и бюджеты многих секторов, в том числе и экономики.